Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем показывать вам кроликов. Это наш самец рабочий. Будем проверять воду у них. Есть ли вода или нет. Кролики — это такие животные, которые размножаются очень быстро. Но не стоит забывать, что они могут за один день умереть все подряд. Чтобы такого не случилось, надо им дать обязательно весной, да и вообще вот такую траву. Называется она у нас полынь. Тогда они не будут болеть. Это витамин. А также это вид заработка. Многие покупают корма для них специальные, но я никогда так не делал. Летом трава, морковь, хлеб, вода и все. Самый большой кролик у нас вырастал 2 килограмма 600 грамм. Мы продаем их по 350 рублей килограмм. Вот такой вот вид заработка в деревне. Наш кролик монстр, нападает постоянно, кусается. Дали сено, и можно пару дней к нему не подходить. Сено есть, вода есть, все в порядке. Вот эти у нас самцы, они зимой пойдут на мясо. Будем давать воды. Кусается собак. Что-то они сегодня не пьют совсем. Сейчас бегом пойдем. Вот так вот пьет кролик. Это самка. Вот другого цвета кролик тут есть. Это порода неизвестная. Вот здесь сидит и бабочка. Видно? Бабочка. Не чистая, конечно. А также кроличье мясо можно давать и детям. Это считается диетическое мясо. Самое полезное.